Как стало известно информационному агентству Prime Crime, вчера в городе Стамбуле на 53-м году жизни ушел из жизни бывший вор в законе Тимур Гвасалия, более известный в криминальной среде как Маколя или Тема Сухумский. До того, как стать вором в 2013 году, Тема отсидел 2 срока за разбой в Москве, в совокупности 18,5 лет. Во время второго срока дважды раскручивался на тюремный режим. Содержался в крытых тюрьмах Верхнеуральска и Владимира. Освободился из Дубровлага, где находился рядом с Евой, Кахой и Гансом. В возрасте 41 года Маколя вернулся на родину, где и вошел в семью благодаря Апакеле и Мамулу. Будучи грузином в Сухуми, Тема так и не смог найти общего языка с местными абхазцами. Пызой и его молодыми крестниками, которые в 2017 году, избив, оставили Неварами и Тема и его приятеля Динрида. По словам родных, в 2019 году у Темы диагностировали рак легких, который он по обыкновению обезболивал грузинским лекарством. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Чтобы получать уведомления о новых видео, нажмите на иконку колокольчика. Буду благодарен за вашу поддержку.